Всем привет! Получил посылочку с сайта Intel Door Store, где должна лежать блок питания, просветленная линза и кнопочка для фонаря Ultrafire 7.8. Кнопочка, колечко уплотнительное, светящееся. Не знаю, видно, нет. Внутри линзы находится стеклышко. С евроадаптером. Блок питания должен выдавать 1 ампер с USB выхода. Этот блок питания куплен для вот этой зарядки ML102. То есть ее можно от USB порта заряжать ей. И вот через такой вот блок питания. То есть через этот блок питания будет быстрее заряжаться аккумулятор. Ну и посмотрим на стеклышко. Боюсь стекло повредить неосторожным движением. Вот так вот упаковано в пленочке. Я потом буду ставить, распечатаю уже на фонарь, на вот этот, к этому фонарю Ultrafire 8. Вот сюда вот оно с просветлением, также вот это вот уплотнительное кольцо и кнопочка вот сюда. Вот так, вот такой вот анбоксинг. Спасибо за внимание, всем пока.